Богатство красок и линий, многообразие узоров и деталей. Ко Дню Республики в Чувашском национальном музее открылась выставка «Роспись иглой». Уникальные костюмы с вышивкой 19-го – начала 20 веков привез Российский этнографический музей из Санкт-Петербурга. Джинсы и юбка, футболка и кроссовки – вот, в принципе, и все, что можно сказать о современном костюме. Причем без привязки к конкретной стране. Так сейчас одевается весь мир. Чего не скажешь о России столетней давности. Рубахи и жилетки, платья и юбки, обувь и головные уборы – все эти вещи уже реликвии. Это действительно украшение вышивкой. Особенно вот мне нравится то, что показано золотое шитье, которое как-то последнее время достаточно мало представлено, а здесь оно замечательно показано. И очень большой выбор женских головных уборов. В музейном зале экспонаты народов Российской империи – русских, украинцев, татар, марийцев, туркменов, армян, латышей. Подобные наряды во все времена будут приковывать взгляд. Произведение искусства иначе не назовешь. Вышивка по зументам, канителью, бисером, узоры по коже, шерсти, набивному полотну. У каждой из техник свое исполнение и особые черты. У нас наша коллекция по этнографии чувашей, например, насчитывает 6500 предметов, да, и поэтому в основном наш фонд 158 народов России и сопредельных стран, и поэтому вам не очень сложно было подобрать экспонаты, но мы хотели подбирать такие, которые были бы интересны здесь, в Чебоксарах. Российский этнографический музей – один из крупнейших народовеческих музеев Европы. Выставка «Роспись иглой» приехала в Чебоксары впервые и будет работать до конца сентября. Рифат Фаткулин, Александр Петров, Республика.